Недавно мы вам показывали сюжет о реконструкции Ходинской врачебной амбулатории. Мы продолжаем эту тему. На прошлой неделе наша съемочная группа побывала в Нутырбовском сельском поселении. На данный момент там полным ходом идет капитальный ремонт местной амбулатории. Вот уже много лет, как это здание не ремонтировалось должным образом. Работа предстоит нелегкая. Работы начались с июня месяца. За это время поменяли все старые окна на пластиковые. Внутри здания сделаны откосы. Сняли старую крышу. Также в дальнейшем будет облагораживаться сам фасад амбулатории. Возле входа установят пандус для инвалидов. Сделают большой навес для комфортного условия въезда скорой помощи с больными. Планируется, что ремонтные работы еще возобновятся в следующем году. И уже внутри здания будет сделан капитальный ремонт, а также закупят необходимое оборудование. Наталья Владимировна Косицына, как глава поселения, отметила, что этому событию рады не только работники амбулатории, но и, конечно же, жители села Нутырбово, которые не раз жаловались на ужасные условия. Всю жизнь мы сами ремонтировали, то здание, когда там были, и это сами ремонтировали. Вот теперь дождались.